29 апреля во всех уголках страны и за ее пределами, очно и онлайн, все желающие принимали участие в ежегодном диктанте Победы, посвященном очередной годовщине Великой Победы. Это еще одна возможность выразить уважение поколению, прошедшему мучительный путь военных лет. Еще один способ не забыть – сказать спасибо за жизнь. Исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 29 апреля писали во всех субъектах России и даже за ее пределами. В нашем поселке будут работать две площадки. На нашей площадке принимают участие 30 участников. Этот диктант посвящен в этом году 80-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому часть вопросов будут посвящены именно преступлению гитлеровцев против мирного населения. Задания были составлены в форме тестов. За 45 минут участникам диктанта Победы предстояло ответить на 25 вопросов, большая часть которых содержала в себе общую историческую тематику. Таких вопросов было 20, остальные 5 – региональной направленности. Участие в диктанте бесплатное, добровольное. И цель этого диктанта, конечно же, это патриотическое воспитание подрастающего поколения. И широкий охват всей нашей общественности и привлечение внимания к нашей вечной теме, теме Победы. Диктант проходил в форме ЕГЭ, а содержание диктанта заранее никто не знал. Его текст вскрыли уже после того, как участники прошли регистрацию, заполнили необходимые бланки и полностью сосредоточились на предстоящей работе. На площадке третьей школы диктант писали в основном учащиеся 10 классов. Свои силы попробовали некоторые выпускники, 9 и 11 классники, а также уже не имеющие к школе никакого отношения представители общественности. Победители, конечно же, как вот в прошлом диктанте победителям, значит, было предоставлено право участвовать в параде Победы, но, к сожалению, парад не состоялся, поэтому будем надеяться, что в этом году, вот в этом диктанте будут какие-то, и надеюсь, что наши участники наберут максимальное количество баллов. Свой результат каждый из участников узнает самостоятельно на сайте «Диктант Победы РФ» по личному номеру, присвоенному при регистрации. В любом случае, «Диктант Победы» – это акция, в которой стоит принимать участие, чтобы пополнить свой багаж знаний в области истории Великой Отечественной войны.